Православные всего мира отмечают сегодня день Владимирской иконы Божьей Матери. Для Чуваши этот образ имеет особое значение. Архиепископ Казанский Гурий по указанию царя Московского Ивана Грозного в 1555 году привез эту самую чтимую святыню Московской Руси в Чебоксары. И здесь архиепископ Гурий заложил Веденский собор будущий и в благословение горожанам даровал эту великую святыню. С тех пор уже больше 4,5 веков Владимирская икона Божьей Матери хранится в нашем городе Чебоксары и в Веденском соборе. 5 лет назад в память об этом событии рядом с Веденским собором была возведена церковь Владимирской иконы Божьей Матери. С самой же иконой связано немало чудес. Так Владимирская икона Божьей Матери трижды заступалась за Русь, спасая ее от нашествия ордынских ханов. И в Чувашии Владимирская икона сотворила маленькое чудо. Наверное, самое главное событие, связанное с этой иконой, это ее спасение от пожара. Первоначально храм, построенный в 1555 году, сгорел, буквально не дожив до своего столетия. Но что самое интересное, сгорел храм, была уничтожена его утварь, и лишь только одна Владимирская икона сохранилась. И по сей день чудотворная икона помогает верующим. К ней приходит молиться о смирении враждующих, исцелении и сохранении целостности российского государства. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.